Казанский федеральный университет с 10 по 12 мая проводит международный научно-практический семинар «Россия-Индия. Диалог языков и культур». Мероприятие проводится в рамках 210-летия Казанского академического востоковедения и приурочено к празднованию 70-летия установления российско-индийских дипломатических отношений. 11 мая индийских гостей университета познакомили с историей вуза, рассказали о научном и техническом благоустройстве, а также провели экскурсию по музею истории и студенческому городку. А чуть позже индийские ученые совместно со студентами и преподавателями Казанского университета обсудили вопросы культуры, филологии, истории, а также подискутировали на тему современных связей России с Индией. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.